То есть я просто поворачиваю вот так вот, и все нормально. Очень позитивно. Не-не-не. Все, у меня пошла запись. Так. Всем привет! В кадре у нас ERP для тревожных чемоданов, и мы снимаем обзор ERP с Дмитрием с канала «На собственной шкуре». Всем привет! У тебя есть тревожный чемодан? Ты знаешь, у меня и обычного-то нет. Все как-то больше. Вот у меня тоже, я же не люблю, что когда кто-то хавает такой. Снимай как-то. Да, я буду снимать как мы хаваем. Как я люблю, да, как мы хаваем. Так, такой штатив чудесный. Я им снимаю уже 5 лет, то есть вообще. Сноса нет. Да, я сам в шоке. То есть говорят, когда я сделал обзор этого штатива 3 года назад, мне сказали, китайское дерьмо, типа, он у тебя сломается через месяц. Я уже на него видео снимал, на миллион просмотров. Не пали его, не пали. Что-то слишком мы угораем. Обнаружена ошибка контроллера данных, карта SD. Не, не все. Конечно, она не настолько проста. Идет исправление данных. У тебя такой бы сумела камера? Нет. Это в тему. Если помрем, мы это все расскажем потом. Всем привет, дамы и господа. Нормально? Я люблю, когда экран. Надо подходить рационально. Какого хрена ни одной вилочки или ложечки? Нам тушенку чем? Сегодня это я впервые вижу в этом году снег. Сдулось. Каша перловая, тушеная говядина, первый сорт. Мы сейчас снимаем вот на такую чудесную штуку, еще какой-то бэкстейдж дело. Ну, первое ощущение, запах очень даже неплохой. Да, есть ничего, что я тут на свинячку. Нет, очень вкусно. Правда, хорошо. Только что сложилась ложка. Может быть, потому что сейчас холодно. Да, хороший жир. Галеты невкусные. Обычно всегда мы кипятим на горелке чайник. Кружка, как обычно, full the cup. Я сижу за камерой. Прямо рис. Да, перловую. Да. И запах тоже не тот. Знаете, я буду греть. Слушай, моя перловка пахнет вкусно. И сейчас я отправляю это в рот. Да, очень жирная. Очень жирная. Напоминает завтрак. Какой сейчас, подожди, попался. Подожди, еще нельзя рассказывать. Но опять же, где шоколадки? Оно стоит, возможно. Пробуем. Естественно, банка раскаленная, а сама каша холодная. Так даже смешнее. Пошел снег. Прям вообще снег. Настоящий. Снег. Сразу надо прятать камеру. А в ней монитор. Не знаю, чем. Там уже так интереснее будет. Да. Ну-ка. Ну, у меня что-то тепленькое, да? С этой стороны. Давай. Или вот с этой стороны. Не буду покупать. Я, кстати, ем уже. Ну, ой, какая гадость. Между прочим, она ничего, но очень жирная. Да? Ну, нормально. Что, рисовая? Совсем плохо? Ну, если я бы перловку оценил на твердую тройку, то это я бы оценил на 2 балла. Понятно. То есть, ну, я бы не стал такое есть. Ну, если, конечно, это не апокалипсис. И последний обед моей жизни. Хотя, честно говоря, может быть, лучше даже умереть было бы голодным. Вот это очень хорошая мысль. Подожди, ну да, все, съемка идет. Нету жидкости стоящей. В принципе, видно какие-то мелкие кусочки приправ, мелкие прожилки. То есть, я думаю, кушать можно это все дело. Я все-таки попробую. Угадаешь? Ну, это печеночный паштет. Это. Ну, паштет ниже среднего. А, ты сейчас снимаешь на этот. У нас раньше я использовал какой-то новатуровский чехол. Лидер получается уже. Повидло хорошее, сладкое, просто оно такое. Повидло оно всегда такое. Вот круто. И гостям можно показать там, угорать над этим всем. Можно же как-то сделать, чтобы было вкусно. Это же да, еда. Да. Нет, да, нет, а конечно. А самому собирать линейки? Я хотел сказать, что ни в коем случае вот эту. Наверное, это все, чем хотели поделиться. Ну и до встречи на канале. Увидимся. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока-пока. Че за бред? Ну, наверное, так, да.